3 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Как сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства, Энтони Блинкен заявил, что получил информацию об обеспокоенности азербайджанской стороны, вызванной предстоящей 5 апреля трехсторонней встречей между США, Европейским Союзом и Арменией, и отметил, что посчитал важным поговорить об этом с президентом Ильхамом Алиевым и внести ясность в вопрос. Госсекретарь подчеркнул, что суть упомянутой встречи будут составлять вопросы экономического развития Армении. Ильхам Алиев сказал, что, по имеющимся у него сведениям, в процессе подготовки к трехсторонней встрече также обсуждались такие вопросы, как военная помощь Армении и проведение совместных военных учений, создание военной инфраструктуры на приграничных с Азербайджаном территориях, вооружение Армении по линии Европейского фонда мира Европейского Союза и за счет бюджета США. Глава государства заявил, что подобные шаги, имеющие антиазербайджанскую направленность, в том числе политика вооружения Армении и Франции, подталкивают к гонке вооружений и приведут к провокациям в регионе. Энтони Блинкен отметил, что встреча 5 апреля не направлена против Азербайджана. Во время беседы были обсуждены мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном. Ильхам Алиев сказал, что проведенные в Берлине переговоры министров иностранных дел по тексту мирного договора были полезными с точки зрения продвижения процесса и есть необходимость в ускорении переговоров. Глава государства также подчеркнул, что звучащее на Западе обвинение в том, что Азербайджан намерен напасть на Армению, совершенно необоснованы. Ильхам Алиев заявил, что на проведенной 2 апреля в Париже пресс-конференции с Энтони Блинкеном министр иностранных дел Франции сказал неправду, обвинив Азербайджан в непризнании территориальной целостности Армении и в том, что он является источником опасности для Армении. Глава государства подчеркнул, что Азербайджан привержен заявлению, принятому на встрече в Праге в 2022 году, и Алма-Атинскому заявлению. По мнению Ильхама Алиева, непрозрачная подготовка запланированной на 5 апреля трехсторонней встречи США, Европейский Союз, Армения, ее неинклюзивный характер и то, что она не была отложена, несмотря на справедливые замечания Азербайджана, приведут не к миру и сотрудничеству на Южном Кавказе, а возникновению разделительных линий и, в конечном итоге, напряженности. В ходе беседы также были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и США. Коснувшись обсуждений, проведенных с Ильхамом Алиевым в феврале этого года в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, Энтони Блинкен подчеркнул, что его страна намерена расширить сотрудничество с Азербайджаном в различных сферах. Он также отметил контакты делегаций двух стран в рамках КОП-29. Президент Алиев сказал, что Азербайджан также заинтересован в развитии двусторонних связей с США по направлениям, обсужденным на встрече в Мюнхене, что КОП-29 открывает хорошие возможности для сотрудничества между нашими странами в области вопросов изменения климата и зеленых технологий. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.